А на последнем спектакле я, стоя в фойе, в вестибюле, обратил внимание на очень человека со знакомым лицом. Я подумал, это же Аль Пачино, который был в ошеломлении от спектакля. И он пришел за кулисы. Он снимался с актерами и говорил о том, как он хотел бы поработать вместе с Галиной в спектакле. Что до этого он готов с Ванессой приехать в Москву и участвовать в любом спектакле театра «Современник». Я смотрел на него вблизи, увидел очень немолодое лицо после многих, по-моему, пластических операций, достаточно перерезанное, с очень живыми, зажигательными глазами. И вся дамская часть, которая находилась на сцене, они видели только эти потрясающие глаза Аль Пачино. The style of the play, the style of the other people you're working with, but mainly I think all acting and when it's alive and which is method. You have your own? I know everything. It always changes. I never know what I'm going to be doing next. But I have a little bit of one, of Thank course. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.